Если бы жили в одном веке, осмелилась бы подойти, чтобы спросить о вечном небе, о том, как пишете стихи. Вы много знаете о боли, в словах ее вы донесли, и о любви, о, о любви, немало слов произнесли. Не слышала ваш голос я, но каждый раз, листая страницы ваших слов, я слышу, чувствую любовь. Вас нет, и к вам не позвонить, но говорить в прошедшем я не могу. Вам быть в пространстве этом, и на устах, и в мыслях, в стихах. Хотя писали в прошлом, но и в этом веке, находят вновь и вновь читателя, мечтателя, хранителя ваших снов. И пусть меняются года, века и часовые пояса, есть книга. И если посмотреть, там есть слова, в них сила, им не постареть.